В гости сосед приехал. Саша, помаши рукой. Привет. Давно ждал, наконец-то дождался. Ой, как я прям балдею от этого места, от этой рыбалки. Получаю море удовольствия. Молодец. Спасибо, Жень, что позвал. У нас продолжается запрет. И по реке ходят прогулочные катера. Это вот как раз вот запрет, как положено. Что нельзя моторным лодкам ездить, все прочее. А вот прогулочным катерам, это пожалуйста. Поднимай его лучше. Не веди его в траву. Женечка, вот это можешь мне поздравить. Можешь? Ну, мой телефон щелкнуть. Могу, давай. Ну, такого я заберу. Сейчас, подожди. Вытаскивай его. Не, пускай так. Так, вытащи его. На, подержи, сейчас телефон настрою. Ну что, как тебе открытие? Хорошо. Тебе понравилось открытие? Мне вообще здесь нравится, даже если ничего не ловится. Я просто в восторге. Нет, если ничего не ловится, это уже неинтересно. Ну, должно что-то ловиться. Должно ловиться. Так, чтобы подсак сюда где-то бросим. А у меня есть подсак. Может, смой обмочить? Зачем? По прогнозу должен быть ветер, а ветра нет. А без ветра клев плохой. Совсем что-то не хочет клевать без ветра. Что, пустые крючки, а ты ждешь, да? Поклевки не было, и пусть. Значит, сам прозевал поклевку, пока разговаривал по телефону. Так, ну что, пару слов без протокола. Рыбалка супер. И солнце, и дождь, и комары, и карпы, и караси. Рыбалка супер, понравилось. Я доволен. Надеюсь, ты тоже, Жень. Я тоже доволен с вами. Супер.